Я крест покекаю. Череп покекайте. Ставлю рыбку. Так тут просто 4 танка. 2 хпа. Так, значит, твой, ты спекнешься на этого босса в хила. Поможешь хилам. На всякий случай. ТПС и без тебя хватит, не страшно. А там уже спекнешься в ТД. Рыбка стоит, поешьте. По танкам. Я потанчу Кроша. Олма потанчит у нас. Израфель. А на него тир СС сразу повесь. На Израфеле. Мешок заберет Луну и ромбик, и печеньку заберет Фаукура. Смотри, если Израфель начнет потерпать Тоха, заберешь у него этого Олма, затаунтишь просто к печеньке. Пристабаф надо дать. Я Крош. Израфель. Да. Закину. Пристабав, дай. Ты один пристав. Так. Аура от огня стоит. СС раскидал. Окей. Угу. Да мне в принципе надо вархилить. Я начну потихоньку прожиматься. Арче. Кресты локом, кстати, дать. У нас 5 паладинов. Все бафы должны быть. Протобафы тоже надо раскинуть. У нас ДЦ нет.
Так, порядок. Первый убирается Олм, череп, потом играем в крест, потом луна, ромб и последняя печенька. Танки расставят боссов по меткам. Хэпалы. Киберхаски, ты хилишь Фрусняша и Израфель. Отступница, ты держишь частицу на Фрусняше и подхиливаешь двух танков. Это Фаукору и Мешок. То есть они будут меньше получать, поэтому... По ним меньше нужен прохил. Куда Израфель вылетел? Ты печеньку танчишь? Написал же ее. Так, арчи на пул. Бафы есть, рыбу не поели. Не все. Ну, это уже ваша проблема, рыба стояла. Танки на позиции. Даю ДБМ. Вставай, Зрафель, у тебя СС. Вообще. Понял. Превращение, если за диспальт. Фул превращение простоял. Он не диспелится, Андрей. Да. Жмание. Отойдите от крутилки, милики. Просто уйдите от крутилки. Ферни этого. В бан дай дикому охотнику. Пэту дай бан. Ферни дай бан где-то там. По фулкоре прохил. Меняй фулкору держать на фул. Канкуль дай, пожалуйста, монотайт. Войд дай гимноману. Ферните следующую. Ладно, ложитесь. Это цирк какой-то. Умирайте. Тут вопрос был в том, что первым ворвался медведь, а должен первым врываться я. Ну, почему без команды, это другой вопрос. Во-вторых, Израфелю не дали СС или что, я не понимаю. Тир, ты дал ему СС? Был СС. А почему он стал духом? Понял. Ничего страшного, у нас БРы есть. Так, сейчас едим рыбу. Ставлю рыбу. Я буду первый пулить. Я первый пулю Кроша, а потом все остальные танки разбирают остальных боссов. На пол будет. Я видел. На пол в Израфеля. Он будет держать печеньку. Нет, сейчас у нас будет держать череп Фаукора.
Израфель, твоя печенька. Понял? А, я не понимаю, Тоха, ты просто пишешь, я думаю, что... Ивашкин, вставай. У меня уже достаточно таких предметов. Так, ДК пишет, что его с клиента выкинул. Сейчас зайдет. Ивашкин, вставай. Просыпайся, Ержан. У меня починится, мамонт есть, могу на улице поставить. Если у кого дживс, ставьте тут. Да по-любому есть у кого-то дживс, 25 человек рейдил. Поставьте дживса кто-нибудь. Я сейчас просто поменяю ханта, да и все. Тебе ФК. Да, я видел. Так, Израфель вернулся. Сейчас пока добираю. Никто не пишет. Ладно, давайте в 24 тела. Похер, он просто не ролит. Давайте рыба фул. Прото раскидать, каски, все остальное есть. Арчи на пул. Израфель, ты теперь танчишь печеньку, слышал? А кто череп танчит? Череп танчит Фаукора. Фаукора на пул. Так, еще раз Арчи. А, только ханты не этот. Дают ДБМ пул. Единственное настоящее сильное веселье — это дрон. Мишку прохильт, там немножко просел. А Бел вообще давали, нет? Дайте Бел. Жажда крови. Шаманы. Гера. Молчат вообще шаманы. Поднимите фаукор. Мешок. Не, домена, подними фаукор. Все, играйте в крош.
Из Рафеля прохильте. У нас маги могут стырить этот баф. Не, говорю, маны нет. Тоха, забери крошу. Тоха, 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 забери крошу. Угу. И нарыдайте по киберхаске и по отступнице. Два хулипала. Вот заряди и гимноман. Все, заливайте обоих. Только чтобы вас откидывало в стенку. Не в босса, не в крутилку. ТХФ двоих сразу бьют, Тох. Не надо это зачем забирать. Зачем отводить, я тоже вот не понял. Пусть все уешит. Нам разницы нет. И так откидывает все равно. Ну вот этот же кант, который валялся в ФКшу, чтоб КД не словить. Мелики уже можете короля бить. Там 15 секунд до вихря. Осторожно. 10. Три секунды. Отойдите от него, мелики. Пожалейте хилов, вот хилов мало. Все, можете бить.
Ну да. Хант молодец просто. Это был One Punch. Хрестните меня. Пока я тут ДПС смотрю. Не, ну у нас минус маг был. Еще появятся ДДшники. В руле попроще должно быть. В танках остается Фаукора и Фрутняша. Остальные в ДД. Да. Вой тоже давай в ДД. Шо, пигнали? Это заклинание еще не готово.
Так, на полу будет фоукор, а я сам агро наберу. А дайте, пожалуйста, кулачок по друидам, хотя бы 10-минутный по акату. Все, спасибо. Играем в череп. Кресту кикаем косты. Пуржим. Череп фуржить. Еще порш. Еще. Крест не сбили. Опять не сбили. Ставлю рыбку. Обновить попавшим бафы. Протик надо раскидать. По рогам каску. Так, у нас 3 хила. На них меточки. В них вообще не вбегать. Это трусы, звезда и луна. Чтобы вы не шотнули хилов. Видите меточку? Отбежали от нее. Все. На каждый удар у нас будет протпал давать массакру. Он знает, что делать. Задача меликов не стоять в дожде. Стойте все под одной ногой, под левой. Пошел дождь под левой ногой, перебежали под правую. Все. Танки, если что, тоже подкрутят. Не проблема. Сакру масс сакру отдают только протпал. Я на 20% босса, если что, скажу команды вам с киберхаски. Отдельные. Проверяю ваши бафы и рыбу. А рыбу-то я не поел. Ну и хрен с ней. Так, все остальное есть. Фласку пью. Арча на пул. Все напулы будут в фаукору по КД. У нас есть хант и 3 роги. Даю ДБМ пул. Напулы в фаукору. Я не знаю, Тох, я вообще не бью ничем. Читать это заклинание.
Набрали ранг. Кот, блять, кот. Кот молодец. Домена, подними и рогу. Давай, Тох, я не набираю. Давайте на пулы постоянно, по КД. Три роги и хант. По КД в фоукору. Рогу забафать. Давайте был. Сейчас получше. Мак все равно сдох. Мешок. Резь не могу. Где на пулы по КД? Я вот не вижу. Да вставай, ты ебаный стыд, ну резнул и лежит, и еще и пишет в чат. Нету там дождя. Я тебя резнул вне дождя. Забафайте его. Мага, баф. На пулы дает только один хан. Нет, а еще один рога дает. Ну вот нету. Паша слакает. Видишь? Нету в КД на пулы. Вот сейчас. Я вижу. Гангазор по КД на пуле. Ну, сейчас есть, но только что не ладно. Муза вообще ноль на пулов. Чё это такое? Ноль. Муза там у нее цель, кота перегнать. Всё, знаете, это хочется. Как Макс сдох второй раз? Я не понимаю. Тяжелое детство. Велики, вот вы заметили, вас дамажит что-то? Так он не повернуть, он везде, и стой, стой ноги, повернул бы что-то как-то. Идите за спину. Скоро удар. Мощный кусь, резни и руголога. Поверни, тут везде обвал.
Охренеть. Ну, кажись, да. Один слям. Ну да. Ложить. Ну да. Ну, помогли. Ну, ребят, вот я бы честно, вот включал бы его, если бы, сука, не ротация в спину, вот правда. Не. Ну так я оббегал, а толку, вот, блядь. То одного резнул, он упал, смысла не было, только БР потратил, блядь. То еще что-то там. Ну кто ж знал, что он такой долбан? Еще и рога обогнал, блядь. Так, Мак, у тебя не 18 тысяч. Тебя не должно было убить с одной тычки завал. Так завал же вроде по 5 тысяч бьет, не? Не-не, завал по 17-18 бьет. Чем больше стаков, тем сильнее завал бьет. Ну тут же вопрос в том, что у него больше хп, чем дамажит завал. Не, там танк умер из-за того, что не успели прохилить. Там хпал вернется, я надеюсь, хаски. Ага, все окей. И милики, давайте я вам поставлю метку какую-то. За кем вы будете бегать? Вот за котом будете бегать. Печенька. Зависло, да? Шкафчик поставьте, он там полетел чиниться. Как вы в рейд приходите, что вам чиниться надо после первого же босса? С поломанным эквипом и душой. Так, СС. Да не важно на кого СС, покидайте на друидов. Дайте на доме на один СС, а второй на мешок шерсти. Ну, блядь, я маловероятно, что умру, а вот... Ну, от вас... Какой-то импакт хотя бы будет, если вы встанете. А в меня еще кто-то напулил. Я не увидел кто, но в меня кто-то напулил. Я Big Brother. У меня тоже, он не показал. Суманите топ ДПСера, пожалуйста. Так уже ж суманули рогу. Не-не-не-не, ну мага. Зачем? Вышли бы, я поставил бы вам мамонта. Никому летать никуда не надо. Проверяю. Рыбу никто не поел. Че, рофл какой-то? Ставлю еще одну.
Бафы, бафы, бафы. Магу надо точечный пристабаф дать. Килли джус. Все. Каски по рогам. Каски. Yes. А, Войт, а что ты хочешь от меня, пожалуйста? СПД. Блять, ну у меня нет масла на СПД, а у меня есть на СПД. Еда стоит, Килджос, ты единственный, кто не поел. Не, котик, я без припота бью. Вообще. Блядь, какой сексуальный кот. Так, короче. Даю таймер. Смой обратно в банку, нахуй. Сейчас дам, секунду. Алка, беги уже через него прям. Скоро удар. Набрали раньше. Белл. Жажда крови. По КД только один рог отдает. Остальные так, от случая к случаю. Просто пурпул по КД Махан пока отдавал. Они чередуются просто. Мелики перебежали. Давай наоборот крутанем то направо. Ага. Все нормально. Раньше набрали.
чуть проведу. Домена залей, Инор Киберхаски. Мешок залей, Инор Войду. А, Войд не хил, не надо. Милики, милики, милики. Поверни, босс. Мешок, ресни тира. Дамир на ресни квин. Чуть правее тух. Там этот звал. Чё, мага не нашел? Так, ее точную сакру, потохи. Успел, нет? Ладно, на следующую. На следующую дашь ему точную сакру. Давай. Старгром. На следующий салов у Кори точечную сакру под баблом. Готов? Давай. Верни чуть. Я пытаюсь. Киберхаски, точную сакру. Следующую. По фолкоре. Давай. Рэндж. Так, и у отступницы осталась еще точная сакра. Давай, фокури. Отступница. Ну да. Мало урона очень. Макс, рез есть у кого-нибудь? Да, есть. Маги, дайте порт. Пока мы тут резаем. На магика идем? Ну да. Окей. Не, ну...
Не, в 5 КДПС это убиваемо. Ну, здесь он меньше, кстати, стал бить, поэтому убиваемо. Он танка так не шлепает, но 10 стаков как на X3.